Всем привет, это Андрей Курейчик, новый карантиноблог. Спасибо огромное за то, что подписываетесь, ставите лайки, комментируете, нас уже больше 10 тысяч на этом блоге, и я надеюсь, нас будет еще больше. Сегодня поговорим про независимость. Вы видите, Макей как на работу летает в Москву, сегодня сюда приехал, значит, премьер-министр России Мишустин, а Лукашенко собирается в Москву, переговоры идут только по одному поводу, как сдать суверенитет Белоруссии, который 10 или сколько там, 20 лет якобы Лукашенко защищает и весь последний год говорил, что будет защищать до последней капли крови, до последней пули в автомате, видимо, в том самом автомате. А теперь, понимая, что власть уходит у него из рук, потому что он проиграл выборы, он хочет привести в Беларусь Россию, сдать суверенитет Беларуси подороже и таким образом остаться у власти. Но что хочу сказать. Каждый шаг, который делает президент Лукашенко, приводит к новым и новым потерям его репутации, его сторонников, его, ну, уже маленькой, но все-таки еще остававшейся поддержкой. Потому что дагестанские бойцы, чеченские бойцы и прочие ребята на улицах Минска точно не добавят ему популярности. Все больше людей говорят о том, что страшные избиения, которые произошли в городе Минске, на наших улицах, и пытки, и вся эта боль и ужас произошли в том числе с помощью неких импортированных из России спецподразделений. Вчера гуляла фотография, я уверен, что это не фейк, стоял какой-то очень хорошо обмундированный человек с флажком Дагестана, например, на шевроне. Ну, что сказать, белорусы не очень любят панов. И неважно, какие это паны. И барин из России белорусам, мне кажется, тоже не нужен. Тот, в общем-то, еще недавно хлипкий, теперь уже достаточно сильный. Вот этот поток национального возрождения, мне кажется, под угрозой потери независимости станет просто полноводной рекой. То, что Лукашенко избил детей, лицеистов, а им про 16 лет, это те, кто должен был учиться вместе с Колей Лукашенко, их побили у лицея, и многих арестовали, и преподаватели пытались их защитить, и лицей БГУ потом выпустил заявление. То, как били, издевались над студентами. То, что он делает с журналистами, которые просто исполняют, и все знают, что они просто исполняют свой долг, а их назначили координаторами протеста. Да, то, что он посадил 67-летнюю Лилию Власову до этого, заведя уголовное дело против ее сына. Ну, мы это видели по Бабарико, да, всю эту ситуацию, когда шантаж идет дети против родителей, родители против детей. Если он думает, что это добавляет ему хоть один голос, хоть одну, не знаю, там, миллиметр поддержки, то нет. Наоборот, каждое его решение показывает нам, что в этой стране под его управлением жить нельзя. Мы еще раз, и еще раз убеждаемся, что мы все правильно делаем, когда протестуем. Он просто нам дает, ну как сказать, железобетонное доказательство того, что мы все делаем правильно. И, конечно, надо продолжать и долбить эту систему. Каждый на своем месте. А вот, не знаю, Колесникова и штаб Бабарико хотят сделать партию. Прекрасно. Если это партия против Лукашенко, это партия против Лукашенко. Прекрасно. Кто-то хочет сделать, не знаю, какой-то дворовой чат для обсуждения, как оформить двор национальной стилистики. Прекрасно. Кто-то хочет сделать, не знаю, там университетский чат сопротивления или там какого-то страйка. Молодцы. Как по мне, любой, кто вносит в копилку победы свой вклад, молодец. И тот, кто отправил 3 копейки в помощь задержанным, и тот, кто повесил флаг на стену, и тот, кто выходит, несмотря ни на что, на улице, и тот, кто вынял деньги из банка, и тот, кто поменял белорусские рубли на доллары,
те работяги, которые теперь не выдают план на заводах, да, специально, итальянская забастовка, все помогают. Потому что жить нам в этой стране под его руководством будет очень некомфортно. Вы видите, что мало того, что он мстительный, он подлый как человек, он издевается над детьми, женщинами, священнослужителями. Ну, он еще хочет просто эту страну продать. Поэтому, друзья мои, еще раз убедившись в том, что мы молодцы, и все у нас правильно, и мы хотим совершенно другую страну, без карателей, без караников, без семейного бизнеса Лукашенко и его друзей, без страха, без отключения интернета. Зато с интернет-компаниями, которые сейчас разбегаются от его шизофренических репрессий во все страны, унося миллионы, десятки и сотни миллионов долларов из Беларуси. Это все его усилия. Вот. Без этого всего мы хотим жить в стране, где работает правосудие, и где человек, который участвовал в пытках, понесет наказание. И где человек, который бил невиновного, понесет наказание. Человек, который выносил неправосудный приговор, как это сейчас с журналистами происходит, потому что, ну, очевидно, что они никакие не координаторы, ничего. Вот, понесет наказание. В такой стране очень хочется жить. Мы к ней двигаемся. Это непростой путь. Он никогда не был простым ни в одной диктатуре, потому что диктаторы синими пальцами держатся за власть. Это просто классика. Вот. Но, знаете, народ же все-таки источник власти. Мы источник власти, мы все источник власти. Это наше право определять, кто нами будет управлять. Независимость мы не отдадим. Независимость для нас абсолютная ценность. Больше бело-красно-белых флагов, друзья. Везде, везде, везде. Больше национального духа и подъема. И мы обязательно победим. Это был карантиноблог Андрея Курейчика. До встречи. Подписывайтесь на мой канал.